Екатерина проживает в жилом комплексе «Новогорск-парк». Вместе с другими жителями района она обращалась на выездную администрацию с просьбой улучшить транспортное обслуживание. И в результате было принято решение добавить автобус на востребованный у школьников маршрут. Оценить изменения жители смогут в полной мере, когда начнется новый учебный год. Добавился автобус на 28-й маршрут, но сейчас еще пока мы не можем говорить, достаточно ли и покроет ли это транспортные нужды нашего микрорайона, потому что летний период. Выездные администрации в Химках проводят каждый четверг. На этой неделе встречу провели в Новых Химках. Выездная администрация – это востребованный у химчан формат общения с представителями власти. В школе номер 19 собрались разные профильные службы, которым жители смогли задать все интересующие вопросы. Химчанка Алевтина Александрова на выездную администрацию обратилась с вопросом по водоснабжению. Рассказывает, что в кране не всегда хватает напора воды. Сейчас на данный момент зафиксировали мою проблему, и администрация зафиксировала. На самом деле это удобно, потому что сразу прийти увидеть всех — это замечательно. То есть, поэтому я первый раз воспользовалась. То есть я как узнала и сразу приехала. Большинство вопросов традиционно относятся к сфере ЖКХ, благоустройства и общественного транспорта. В данный момент у нас основные, наверное, вопросы в рамках выездной администрации — это в том числе содержание квартирных домов, прилегающих территорий, дворовых территорий, благоустройство территорий. По многим встречам, в том числе, мы выездную администрацию не только в школах проводим, но и на местах. Потом выезжаем, встречаемся с жителями в тех локациях, которые тревожат больше всего жителей, и видим, что также внимание сейчас требуется дополнительно этой детским площадкам. Екатерина Васькова проживает на улице Молодежная, 36. Ее мама передвигается на коляске и пользуется пандусом. Сейчас требуется его замена. В третьем подъезде у нас очень неудобные пандусы. И пару раз мы уже падали на коляске, и, конечно, хотелось бы решить этот вопрос. Вот сейчас пришла в администрацию, очень удобно обратилась, написала заявление, и, в общем-то, пообещали решить вопрос. Также на выездной администрации жители могли получить бесплатную юридическую консультацию нотариуса. У нас уже не первый месяц проводится по всей России акция «Правомобиль». Это акция оказания бесплатной юридической помощи. Ее оказывают молодые нотариусы со всей страны. Собственно, в чем заключается? Мы приезжаем в различные места, такие как школы, СНТ, заводы, церкви. Также это военные части. И консультируем граждан по волнующим их вопросам. Всего с начала года во всех микрорайонах городского округа Химки провели 27 выездных администраций. К профильным специалистам обратились почти 1500 химчан. Конечно же, такой формат очень востребован у жителей, еще раз подчеркну. И самое главное, он дает свой положительный результат. Уже более 4500 вопросов были рассмотрены на выездных администрациях. 3000 решены уже положительно. Порядка 1500 находятся в работе у структурных подразделений. Ну и, конечно же, депутаты городского совета каждую выездную администрацию присутствуют на своих территориях. Следующую выездную администрацию проведут 11 июля в 20-й школе микрорайона Подрезково. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.